Всем привет, зрители, подписчики канала. Мы начинаем снимать наш сегодняшний влог. Уже 26 апреля. Только что отмылись с Владиком от челленджа, который провели буквально недавно. Уже в эфире. Посмеялись от души. Ой, вообще супер. Дети в восторге. Маленькие, мама, можем мы повторим? Я говорю, не надо. Маленькие, да. Говорю, не надо, говорю. У мамы на лице была супермаска. От всех проблем сразу. Время у нас уже полторого. Сергей. Сереж, поставь, пожалуйста, этот. Да, налей воды. Сергей сейчас будет обедать, и в скором времени ему уходить на работу. Через час, чуть больше часа осталось. Ой. Ну, я готовлю суп. Я сейчас ставлю воду на суп еще на обед варить что-то. Полдня просто пролетело незаметно, провела трансляцию. Спасибо всем, кто был на ней. Мы с Вероникой сейчас играем в лото. В лото? Нет, давай, я сейчас перемешаю, подожди, не надо. Они там будут кучей лежать, как это. Перемешаешь, все хорошо. Выиграю. Ну, посмотрим, как ты выиграешь. Сергей уже ушел на работу. Ой, что ж так жарко, вообще невыносимо. Солнце печет, да? На кухне вообще дышать абсолютно нечем. Открываешь в зале на кухне, то получается скрай. У меня комната тоже. У тебя комната открыта, Вероник. Все. Ай, неудобно. Неудобно, никак не могу. Ладно, сейчас закрою, как сниму уже. Давай, садись, сейчас мама в карты перемешает. Он пообедали. Я слепла, блин. Это не класс. Давай с этой стороны садись, так удобно смотреть на тебя. Ну туда сядь, Вероника. Здесь. Не, ну так, чтобы удобнее было, дочь. Ну, я сама сюда. А тут ту сторону вообще невозможно повернуться. Порисовали, поиграли, почитали. Что мы еще сделали? Мы читали. Влад читал. С тобой мы не читали сегодня, да. Влад уже почитал, успел. То, что не успел прочитать за на неделе и домашних заданий. А теперь мальчишки сидят у нас в телефонах, что-то там рубится. И разноглазик мой, разные глазки, один голубой, другой зеленый. Я вообще поражаюсь, ты красавица моей. Ой, сейчас я точно не красавица. Только не это, не машься, Вероника. Как мне дочь старается. Что ты делаешь, дочь, расскажи. Размешиваю хорошенько. Размешиваешь хорошенько? Какая целеустремленная, какая серьезная. Что мы готовим? Сырники, правильно, умничка. Давай, как мама тебе показывала, делай. Не выдержала душа поэта, и дочь начала жать руками все тесто. Довольная просто, да, дочь? Любишь? Жмякать? Жмякалка. Перестаралась. Что ты перестаралась? Прилипла все к тебе? Аккуратнее, Вероника. Аккуратнее, а то уже на все стороны летит. С каким удовольствием она это делает. Хозяюшка моя. Власть сменилась, теперь у нас Владик орудует на кухне. Сырники уже готовы. Теперь очередь Влада. Он готовит у нас салат. Поаккуратнее, пожалуйста, поаккуратнее. А я также готовлю котлеты Сергею. Возможно, и себе. Посмотрим. Поаккуратнее, пожалуйста, товарищ, бросайся. Сейчас я шампиньоны перемалываю в блендере. Вот, пожалуйста. Тоже салат делать? Нет, другой салат будет. Шампиньоны перемалываю в блендере вместе с луком и чесноком уже. Сейчас все это в одну миску. И добавлю вот такой вот, блин, тяжело, соевый фарш. Так, перемешиваем. У нас готов салат. Добавили мы сюда кукурузу, лук. И добавили мы сюда, что, Владик? Мидии. Да, так, две ложки, Владик. Вкусные мидии, кстати. Вкусно, а ты же орал. Это невкусно. Я не орал, я говорил. Ну, говорил, что невкусно. Как это вообще-то можно есть? Ну, загулять, можно по мелочи порезать некоторые. Кого? Ну, блин, будет очень вкусно. Я больше чем-то уверена. Ну все, съем. Я уже начинаю есть.
Приятного аппетита. Что ты танцуешь? А куда мы сегодня пойдем? Они артисты у меня дома. Так, ну что, почти готов ужин. Сейчас обжариваю фарш. А это уже все слили? Нет, Вероника, же мало было. Ну, мальчики уже, конечно, залезли. Обжаривается у меня фарш. Можно? Да, сейчас дочь кушать будет. Брать 2 минуты, пожалуйста, зайка. Готовы котлетки. Вот такие они получились для Сергея. Чтобы они не распались, я добавляла муки и веганский майонез. Все это хорошо перемешала. В итоге котлеты не распадались, очень хорошо слепились и спокойно обжарились. Потушила даже их немножко. Для тушения добавила жижку из-под кукурузы, которую использовала для салата. Думаю, что получилось очень-очень вкусно, потому что аромат сам от них божественный. Так, все, фарш у меня готов. Добавляем макарошки наши. Сергею я отложила уже отдельно. Ночью придет покушает. А деткам сейчас обжариваю. Тут прямо. И сейчас сделаю еще сюда с сыром. Сыр добавлю тертый. Что ты говоришь? Это мой салат. Твой салат, да. Заправила его. Лично от меня. Майонезом. Веганским майонезом, да. А мы сейчас едим и собираемся. Знаете, очень сомневалась, да, скоро. Очень сомневалась до последнего, потому что думала, как все поведут мидии с майонезом. Пускай даже с веганским, но я скажу, очень-очень вот очень вкусно. Мне этого уже хватит. Да, это вот все, это, что съешь. Давайте пробуйте. Это салат лук? Где? Так. Там нет лука вообще. Ну, это что? Ну, так как я сделала салат. Что? Это трава. А я попробую. Конечно, пробуй. Вечерняя игра перед выходом на улицу у нас. Влато. И Гердыч с нами. Караулит вафли. Да, Герда? 5-5. 55. У кого? Бомжу дали поесть. Кажется, она только спрашивает эти. Бомжу дали поесть. У тебя есть 55, Вероника? А то у богачей все есть. У меня есть 55. У богачей все есть. 8-8 есть. А, у меня, а у бомжу, ну, 50 рублей. 29, 2,9. 2,9, Вероника, ищи внимательнее. У меня. У Вероники есть 2,9. Вероника, будь внимательнее. Я глаза. У нас вечерняя прогулка. Как обычно, последнюю неделю точно уже каждый день вместе гуляем с детьми, с маленькими, выходим. Говорю, детям очень весело, они там играют. С детьми кто тоже выходит своими собаками гулять. Собаки отдельно играют между собой. Привет. И нам есть время пообщаться. Кердыч, за тебя включили телевизор, да, здесь смотрю, мальчики, эти мальчики. Пускай мы нагулялись, пришли, помылись. Смотрите, какая она у нас кудрявая, ее уши, какие кудрявые. Кудряшка наша Сью, да, кудряшка, гляньте вообще. Ну дай, покажу. Надо вылезать. Кудряшки у нее на ушах какие. Да не трогай твои уши. Очень хорошо погуляли с детками, вообще замечательно, детки набегались, напрыгались, наигрались, помылись уже, сейчас я пойду. Смотрите, как наша Хрюша покушала, Герда. Зачем ты повыкинула из миски, а? А, Герда, зачем? Так, ладно, сейчас я пойду в ванну, дети у меня пока... Ку-ку! А что вы тут все по это, Макса смотрите? Попрятали. Что вы здесь все сидите? По своим комнатам, мальчики. Веронику. А почему тут я помоюсь? А почему тут я, не знаете? По своим комнатам не хотите разойтись? А? Смотрите? Слышишь? А, что это такое? А, игра у тебя твоя. Так давайте по кроватям, мальчишки. Я сейчас включу, я пойду в ванну, а вы по кроватям давайте, все. Все, на этом заканчиваем наш сегодняшний влог. Мальчики идут на свою комнату. Ну, а тебя сюда звали? Нет, уйди, пожалуйста. Да, сейчас она уйдет. Сейчас она уйдет, что ты кричишь.
Все, всем хорошего настроения и всем... Бай-бай. Пока-пока. Ладик, ты так сильно занят? Да, всем пока.